Всем привет! Это Бертольд Африканцев, и в этом уроке мы с вами поговорим о картинках на чекпоинты и на загрузочную заставку. Все мы помним, что когда загружается уровень Far Cry, мы с вами видим какую-нибудь картинку и под ней полосу загрузки. И еще мы помним, что во время игры на уровне случаются автосохранения. После того, как мы выключаем игру или нас убивают, мы загружаемся заново, и в меню мы видим, что есть какая-то картинка, которая отображает примерно то самое место, на котором, собственно говоря, и стоит этот чекпоинт. Так вот, прежде чем начать разговор о том, как добавить такую картинку, как ее сделать, хочу обратить ваше внимание на вот этот файл. Это DDS-плагин. Картинки должны быть в DDS-формате. Поэтому для того, чтобы переводить картинки в DDS-формат, нам понадобится DDS-плагин. Ну и, конечно же, Photoshop. Этот DDS-плагин устанавливается на Photoshop CS5. На более поздней версии он почему-то не устанавливается. Ну, может, у кого-то и установится, у меня не получилось, например, на CS8 установить. Даже, по-моему, на CS6 не получилось установить. Поэтому я пользуюсь CS5. Ну, как он устанавливается? Сейчас покажу. Заходим в расположение. Adobe Photoshop. И там есть такая папка. Называется Plugins. Вот ее надо открыть. И в нее добавить этот плагин. Ну вот, лучше скопировать и вставить. Поскольку он у меня там уже есть, ну, я его заменил. Мог бы и не заменять. И еще хочу обратить ваше внимание на такую программу, как XN Convert. Тоже программа прекрасно справляется с переводом любого формата в формат DDS. И DDS-плагин, и программу XN Convert я загружу на файлообменник, и ссылка будет в описании. Вы сможете скачать и то, и другое. Итак, о самих картинках. Я не буду вам показывать, как они делаются. Я делаю просто. Я захожу в игру. Перед этим в редакторе я убираю оружие, чтобы не мешалось. И просто делаю скриншот в том месте, где мне надо. Ну, можно это делать через редактор, как вам угодно. Главное, чтобы была нужная картинка. Вот давайте я достану
картинку, допустим, на чекпоинт из мода Far Cry операция Krieger. Ну вот, я достал. Давайте посмотрим. Вот открою ее. XN конверте. Ну вот, картинка на чекпоинт. Эта картинка должна быть по размеру в пикселях 256 на 256 пикселей. Ну, сначала она у вас будет в каком-то другом формате, допустим, в JPEG, и вы ее переводите при помощи XN конверта или DDS плагина через Photoshop в DDS формат. Что потом надо сделать? Ну вот, открою какой-нибудь уровень. Вот открыт опять уровень фабрикой в моде Far Cry операция Krieger. И что мы видим, на что надо обратить внимание? Здесь вот название миссии — Mission 0. Если вы в процессе работы не называли миссию как-то по-другому, у вас так и будет по умолчанию — Mission 0. Поэтому для того, чтобы чекпоинт был виден, вам нужно что сделать? Ну вот, допустим, первый чекпоинт. Отправлю сейчас на первый чекпоинт. Вот у меня триггер. И вот у меня первый чекпоинт. Первый чекпоинт у меня, конечно же, с ID номер 1. У всех чекпоинтов, как вы помните, должны быть разные ID. Я выставляю по порядку у первого чекпоинта ID 1 и так далее, второго 2, третьего 3. Хотя этот порядок соблюдать не обязательно, вы можете его не соблюдать, но желательно, конечно, его соблюдать, чтобы не запутаться. Итак, мы помним, что у первого чекпоинта ID номер 1. Название миссии — Mission 0. Название уровня — Assault. Вот мы имеем картинку. И как она должна называться? Первое слово — чекпоинт, потом идет нижнее подчеркивание, потом идет название уровня, потом нижнее подчеркивание, потом идет название миссии — Mission 0, или то название, которое вы дали миссии в начале работы над уровнем. После чего нижнее подчеркивание и номер ID чекпоинта. Ну вот, я сейчас в Word все это напишу, чтобы вы видели. Итак, сначала пишем чекпоинт, потом нижнее подчеркивание, пишем название уровня — Assault, потом нижнее подчеркивание, пишем с большой буквы
Mission 0, нижнее подчеркивание. И если чекпоинт с ID номер 1, ставим единицу. Ну а потом точка DDS. DDS это расширение файла. Это все должно добавиться автоматически точкой DDS. Дальше. Сохраню, что я тут написал. Дальше мы этот чекпоинт должны засунуть в следующую папку. Кстати, вот я не назвал его как положено. Сейчас переименую. Assault. И здесь единица. Вот. Теперь открою папку, где находится Far Cry. Вот Far Cry. Мне нужно открыть папку FCData. И здесь есть файл. Это архив с расширением pack. Он открывается RAR-ом или ZIP-ом. Я открою ZIP-ом. Вот этот файл называется textures.pack. Я его открываю 7-зипом. В нем есть папка Textures. Там есть папка Checkpoints. И сюда я засуну вот этот вот файл. Но перед этим, конечно, надо было закрыть редактор. При работающем редакторе ничего не подгрузится. Вот сейчас вот подгрузится. Ну вот. Ну и так, что же дальше? А дальше давайте посмотрим, как добавить картинку на загрузочную заставку. Если такая картинка не добавлена, то по умолчанию грузится картинка, скажем так, по умолчанию. Там как какие-то джунгли, лес. Ну, конечно, хочется добавить свою картинку. Как это сделать? Сейчас я вам покажу. Вот уровень Assault. Достану его на рабочий стол. Открою. Вот эта картинка. Скопирую тоже на рабочий стол. Эта картинка тоже в формате DDS. Размер у нее в пикселях должен быть 1024 на 1024. Вот давайте мы посмотрим. Ну вот здесь она маленькая. Давайте вот посмотрим на нее в фотошопе. Вот эта картинка. Ну, как ее я сделал? То же самое сделал скриншот этого места. Ну, после чего из оригинальных картинок, из оригинальных уровней вырезал вот эти буквы, добавил снизу надпись «Операция Кригер». В общем, ничего сложного.
Я надеюсь, все вы владеете фотошопом, и с этим проблем у вас не будет. Делаете такую картинку. В общем-то, то же самое, что и в загрузочных картинках, в оригинальных картах Far Cry, только вставляете свой скриншот сюда. Вот и все. Даете ему размер 1024 на 1024 и переводите в DDS формат. Вот и все. Дальше название. Название должно быть таким. Load screen, нижнее подчеркивание. Затем идет название уровня. Точка DDS. DDS — это расширение нашей картинки. Опять открою Word. Ну вот здесь добавлю. Точка DDS. Это так должно называться. Так должна называться картинка на чекпоинт. Сейчас вот напишу, как должна называться картинка на загрузочную заставку. Так, посмотрю. Да, вот скрин. Load screen, нижнее подчеркивание, название уровня. Точка DDS. Так, сделаю покрупнее это все. И пожирнее. Вот так вот. Это название картинки на чекпоинт. Это название картинки на загрузочную заставку. После чего вы эту картинку уже в формате DDS добавляете в ваш уровень. Вот она здесь есть. И при загрузке все будут видеть эту картинку. На этом все. Урок закончен. Не забывайте заниматься спортом, не забывайте заниматься физическими упражнениями в промежутках между играми или работой на вашем компьютере. Всего вам доброго, до следующего урока. Far Cry 7, Lost in Detail.